Начнем наш выпуск с сообщения о пожаре. В минувшие выходные горела квартира в доме на улице Владимирской. Спасены 2 человека, эвакуированы 10. Пожар произошел на 2-м этаже многоквартирного дома. Сотрудники МЧС сформировали 2 звена газо-дымозащитной службы для спасения, эвакуации людей и тушения пожара. Сгорела внутренняя отделка и имущество кухни на площади 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. С помощью специальных устройств было спасено 2 человека, а эвакуировано 10. К ликвидации пожара привлекалось 19 человек личного состава и 6 единиц техники.